Мы, конечно, все живем прошлыми мечтами выдающихся спортсменов, таких как Лена Виальби, Николай Зимятов и многих других. Но я думаю, что и придет время, и у нас тоже подрастает молодежь. Уже на прошлом чемпионате мира наша молодежь заняла первое место. Успешно выступили юниоры, спортсмены до 23 лет. Поэтому мы смотрим, помимо не только на Ванкувер, но и на Сочи. Хочется, чтобы дома, в своих условиях, в своей стране спортсмены блестящие выступили. Поэтому сейчас идет очень серьезная подготовка. Все соберутся у нас в начале февраля в Олимпийской деревне в Уистлере. Состав команды 20 человек. Сегодня на исполкоме еще 18 января тоже будет исполком у нас. Мы определим окончательный состав команды сегодня, но определено примерно 16-17 человек, которые уже получили право быть в олимпийской команде, проходят экипировку. И еще, значит, 3-4 спортсмена будут проявлять себя и завоевывать это право называться олимпийцев на этапе Кубка мира в Эстонии и в Рыбинске. Все мы мечтаем выступить хорошо. Конечно, как все ляжет. Мы тоже, когда начинали тур де ски, то никто не думал, что один спортсмен приболеет, другой приболеет. До главных стартов в Ванкувере еще остается ровно месяц. Поэтому есть еще время и подготовиться, и сделать работу над ошибкой. И, может быть, даже, не дай бог, растерять приобретенное.